Ну, друзья, и сразу же снова привет. Сразу же сниму обзор на наборчик от MasterBox, который я точно так же вместе с предыдущим набором купил в магазине «Техника молодежи». В этом интересном большом московском магазине. Вот, 350 рублей он стоил. Тоже почему бы не взять, тем более, что французская тема и тема ополчения довольно-таки интересна. Это тоже своего рода, да, партизаны, повстанцы или кто, как их назовем. Тем более, что есть у меня пара экземпляров техники. Я все-таки надеюсь, что как-то их применю. Может быть, с танком ФТ-17 французским, может быть, с мотоциклом Гном, которую я показывал от Хеллера. Вот. Посмотрим. В принципе, фигурки будут не лишние. Вот. Итак, такой набор. 4 фигурки. Как всегда, обложечка. Как всегда, схема окраски и сборки. Детали на обратной стороне. Все по-мастербоксовски, так скажем. Пакет. Налипкой застежки. И вот такой у нас, значит, литник из желтого пластика. Что ж, как и во всех практически наборах MasterBox, узнаваемая скульптура, узнаваемые черты лиц, в принципе, манера, да, у скульптора одна и та же, я думаю, один и тот же скульптор. Точно так же, как предыдущий набор. В принципе, с минимальным облоем. Качество отливок замечательное. Но здесь уже вот, опять же, может быть, не всем придется по вкусу манера исполнения скульптором фигурок. Потому что некоторые находят их страшными. Да, именно страшными. Особенно женские, возможно, лица. Но я думаю, в принципе, покраской можно все вытянуть. Вот. Попытаться как-то сделать лучше. Во всяком случае, вот здесь выглядит все уже довольно неплохо. Но хотя, вот как я считаю, покрас этот примитивный. Просто без всяких лессировок, без всяких высветлений. Без, ну, какие-то минимальные, может быть, есть приемы. Смотрится довольно-таки просто. Вот. Чем еще этот набор может быть интересен? Расскажу. Если вы, возможно, не захотите использовать, да, эти фигуры, как они предлагаются набором, я думаю, что их легко можно использовать просто как гражданских лиц. Исключить вот оружие из рук. Амуницию, обмундирование, может быть, заменить головы. И совершенно спокойно можно, я думаю, использовать не только на Вторую мировую войну, но и гораздо поздние периоды времени. Вот. Можно, по крайней мере, вот данного персонажа и вот этого товарища. Я думаю, что их можно легко использовать как угодно. Хоть водители автомобиля, хоть, может быть, какого-то человека, клерка, да, там, менеджера, пожалуйста. Также, я думаю, женщину можно как-то законверсить и срезать вот ремень у нее, может быть, и сделать тоже обычную гражданскую тетю. Вот. Ну что ж, в принципе, все. Такой коротенький обзор. Говорить особо об этом нечего. Набор я оцениваю как весьма-весьма хороший. Вам спасибо за просмотр. И до новых, надеюсь, скорых видео. Всего хорошего. До свидания.